На данный момент прошли около 6500 километров до Красноярска. Красноярский край будет уже четвертый регион Российской Федерации в нашем походе. Следующий у нас Хакасия, республика Хакасия, город Абакан. Вот, по нашему маршруту общей сложности будет 11500 километров. В год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России поход наших ребят через всю Россию очень символичен. И он как раз подчеркивает и утвердительно ознаменует дружбу народов на всей территории нашей страны. Якутская лошадь сама по себе очень выносливая, и она является символом силы, целенаправленности. Конечно, это самобытная культура народа саха. Самые экстремальные участки были это в республике Саха Якутия. Это когда мы вышли с полюса холода. Там 380 километров без населенного пункта. Горная местность. Там горная местность. Температура достигала до минус 52. И ночевали там в палатке. В южной части Якутии там сосновый бор. Вот мы там летом проходили. Там сложность была в том, что корма для лошадей вообще не было. Подножного корма. Вот. Плюс к этому пожары в Якутии, как все слышали, наверное. Несколько миллионов гектаров у нас сгорело. И из-за этого и дождей не было, из-за дыма. То есть поить тоже сложности были. Да, сложности поить, кормить были. Вот, 3 дня лошади вообще ничего не едя, дошли до Алёпинского района, поселок Чапаев. Вот. То есть шли по тайге? Шли по тайге. По профилям, где нет дорог. Было так экстремальненько. То есть испытания наши лошади на выносливость, мы думаем, в полной мере прошли. Хотел бы поблагодарить руководителя, президента Русского географического общества Сергея Кужугетовича Шойгу за поддержку нашего проекта. Он действительно проект масштабный, и он является символом единения народов России. От мыса Дежнева Берингова моря до Калининграда, мыса на Балтике. И по всей территории нашей страны необъятной народы очень и очень крепко и дружно сплочены, потому что мы все с вами россияне.